Пожизненный безлимит. Волонтеры Победы и представители Ненецкого отделения партии «Единая Россия» совместно с временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Бездудным встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. В рамках акции «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» ветеранам вручили мобильные телефоны с встроенными сим-картами пожизненного обеспечения. Тему продолжит Наталья Дуркина. В теплой домашней обстановке гостей встречала Валентина Иосифовна Коткина. Участник блокады Ленинграда гаджетом пользуется часто. Внук помогает бабушке осваивать новый телефон. Он только что недавно приезжал. У меня я нажала кнопку, и телефон не работает. И ничего не показывает. Он говорит, бабушка, ты его выключила. В рамках акции «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» Валентине Иосифовне вручили мобильный телефон с встроенной сим-картой пожизненного лимита. Вот, решили хорошее доброе дело сделать вам, дать, подарить телефон с сим-картой, которую вы можете пользоваться безлимитно и безвременно. А главное, удобно. А главное, кнопочный, с большими кнопками, и с большими близким, друзьям. Знакомым. Денису и мне. Да. А мы с вами на прямой связи. Еще одной обладательницей такой мобильной связи стала Ангелина Ивановна Тарасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ангелина Ивановна, нет более позитивного человека в Нарьян-Маре, чем вы. Да? Это правда, да. Вот мы когда ехали, я рассказывал Денису, говорю, сейчас пойдем к Ангелине Ивановне, это самый позитивный человек. Но мы, правда, хотели подняться повыше, мы были у вашей подруги на первом этаже, а потом, говорю, так нам же наверх, говорит, нет, поедем по другому адресу. Ангелина Ивановна поделилась простыми секретами хорошего настроения и долголетия. 50 лет. Проработала в морском порту, а потом все занималась спортом. И прыжки, и бег, и на лыжах. Добавлю, такими телефонами бесплатно будут обеспечены более 52 тысяч ветеранов по всей стране. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».